Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Леман Раимбеков, и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом важном. Что год грядущий нам готовит? Аким Жамбылского района отчитался перед населением о сделанном и рассказал о будущем. Особый контроль. На таможенных пунктах Алматинской области принимаются специальные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Стань донором. Ежегодно 11 тысяч ЖТСУцев дарят свою кровь. 5 населенных пунктов Жамбылского района в этом году подключат к системе водоснабжения. Тем самым все 61 сельский округ региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Радостную весть жителям района сообщил глава края Багдат Алиев на отчетной встрече с населением. Главный драйвер экономики Жамбылского района – агропромышленный комплекс. В прошлом году объем продукции сельского хозяйства составил почти 55 миллиардов тенге. В регионе активно функционирует 8 тепличных комплексов, что позволяет круглый год обеспечивать качественной продукцией жителей области и города Алматы. Один из реализуемых крупных проектов – мясокомбинат «Империя Фуд». На базе предприятия создано 80 новых рабочих мест. Привлечено почти 3 миллиарда тенге частных инвестиций. В прошлом году в экономику района привлечено более 31 миллиарда тенге инвестиций. Один из крупнейших и важных проектов – яблоневый сад ТО «Атек Агро». Хороший климатический пояс дает возможность активно развивать садоводство. В течение ближайших 3 лет руководство предприятия намерено открыть завод по выпуску яблочного сока. Для этого требуется 450 миллионов тенге. Строительные работы и закуп техники начнутся уже в этом году. В целом район очень привлекателен для инвесторов. И в будущем при поддержке руководства области мы намерены реализовать немало проектов для социально-экономического развития края. В районе делается многое для улучшения благосостояния граждан. Так, например, в этом году планируется провести ремонт дорог почти в 10 сельских округах региона. На эти цели предусмотрено более 1 миллиарда тенге. Уже скоро в районном центре, в селе Узнагаш, завершится строительство нового перинатального центра на 100 мест. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета. В ряде аулов проведут освещение, водопровод, возведут школы и детские сады. Одним словом, ряд волнующих граждан проблем найдут свое решение в текущем году. Знаете, в условии сейчас вот очень много уделяется социальным вопросам, поэтому я рада и за то, что многодетным семьям большое внимание, и вообще большое внимание. Вот, ну, наш район очень хороший район, большой. Я очень горжусь тем, что я живу в Казахстане, потому что это мои дети, они казахи. У меня муж казах, поэтому я и стараюсь приносить, конечно, пользу. Однако в некоторых показателях район все же сдал позиции. Криминогенная ситуация региона остается проблемной. В прошлом году совершено свыше 1400 преступлений. Это больше на 1% по сравнению с годом ранее. Ситуацию нужно исправлять, поручил первый заместитель акима Алматинской области Лязат Турлашев, принимавший отчет у главы Жамбылского района. В экономику района нужно привлекать больше инвестиций, открывать субъекты малого и среднего бизнеса. Для этого государство создает все условия, есть выгодные программы. Нужно активизировать работу по строительству молочно-товарных ферм. Это особо важно для агропромышленного района. Необходимо чаще проводить встречи с населением и объяснять программы для приобретения жилья. Потенциал у района есть. Руководство области создает все необходимые условия. Поэтому нужно решать вышеперечисленные проблемы. Эти вопросы во главу угла ставит глава края Амандык Баталов. Рассказали о своих проблемных вопросах жители района и на личном приеме акима Жамбылского района. На встречу записались 2 человека. Их волнуют вопросы строительства школы и обеспечения питьевой водой села Копа. Багдат Алиев пообещал решить проблемы в текущем году. Для этого уже заложены соответствующие средства, заключил он. Азат Жумаханов, Жаслан Шенкензе, телекомпания ЖТСУ из Жамбылского района.
состоялась отчетная встреча акима Талдыкургана Галымжана Абдраимова перед населением областного центра за 2019 год. Были затронуты актуальные темы, касающиеся строительства, экономики, трудоустройства, предпринимательства и многого другого. В прошлом году в экономику города привлечено 66 миллиардов тенге инвестиций. Построено свыше 126 тысяч квадратных метров жилья, что почти в полтора раза больше предыдущего года. В рамках программы «Нурлы жер» в эксплуатацию введено 3 кредитных, 1 коммунальный и 203 коттеджных домов, в результате чего обеспечены жильем 598 семей. Среди них очередники, участники программы 7-20-25, вкладчики Жилстройсбербанка, многодетные семьи и ветераны войны в Афганистане. Работа в этом направлении продолжится и в текущем году. В прошлом году аппаратом акима города рассмотрено 7307 обращений физических и юридических лиц. Проведенный анализ по их направлениям, также исполнению, показывает, что 70% всех обращений – вопросы обеспечения жильем и земельных отношений. В связи с этим разработан план по активизации жилищного строительства на текущий год. Порядка 100 миллиардов тенге недопоступлений в государственную казну ожидается в текущем году по всей стране. Причина – установление налоговых каникул для бизнесменов. Об этом стало известно в ходе брифинга, организованного на площадке ЖТСУ Медиа представителями органов государственных доходов. Спикеры рассказали о вступивших изменениях в налоговом законодательстве. Это отмена фиксированного налога, перенос поэтапного всеобщего декларирования на 2021 год, внесение нововведения в земельное налогообложение. Отрадной новостью для субъектов микро- и малого предпринимательства стал факт об их освобождении от уплаты нескольких видов налоговых обязательств. В Алматинской области количество данных категорий налогоплательщиков составляет свыше 140 тысяч субъектов. Это индивидуальный подоходный налог тех, кто работает по патенту, и корпоративный подоходный налог, и социальный налог, кто работает по упрощенной декларации, а также освобождение от уплаты единого земельного налога крестьянских хозяйств. На 3 года они освобождены полностью от уплаты налогов. Но социальные отчисления и социальные платежи остаются. Предупрежден, значит вооружен. В связи с нарастающим количеством жертв нового коронавируса, таможенные пункты Алматинской области, находящиеся на границе с Китаем, переведены на усиленный режим. С ходом принимаемых мер на приграничной территории ознакомился заместитель главы региона. В рамках рабочей поездки в Уйгурский и Панфиловский районы Батыржан Байжуманов детально изучил план ведения работ на всех постах и пропускных пунктах. На границе Алматинской области с Китаем находится 6 таможенных пунктов, 4 из них на территории Уйгурского и Панфиловского районов. Первым делом рабочая группа под председательством заместителя акима области ознакомилась с постом Калжат. Пассажиропоток здесь не столь велик, от 10 до 15 человек в сутки. Куда больше объем грузоперевозок. В прошлом году в обе стороны границу пересекли почти 24 тысячи фур. Как отметила рабочая группа, объект и сотрудники готовы к экстренной ситуации. Здесь имеется достаточное количество изоляционных комнат, а также средств. В время дополнительный изолятор есть, да, там на 8 коек находится. Ну, при случае выявления подозрения, если есть, то по этому алгоритму обрабатывайтесь. Да, конечно. Здесь, да, сразу связывайтесь с районной полиции, они дальше уже примут меры. Усилен контроль и на пропускном пункте Нуржолы. На 6 въездных постах стоят стационарные тепловизоры. Помимо этого имеется и переносное оборудование. В случае, если специалисты обнаружат подозрение на коронавирус, они оперативно оградят предполагаемого больного от общества. Неподалеку от пункта контроля находится изолятор. Объект оснащен диссредствами и защитными костюмами. На месте работают 2 санврача. На подкрепление прибудут еще 2 специалиста. Подозрение на повышение температуры или на какие-то симптомы недомогания не обнаружено. За 20 дней января статистика выглядит таким вот образом. Всего с Китая въезд в Казахстан пассажиров и водителей пассажирского автобуса составляет 6359 человек. В среднем, если вот, например, в среднем в день проходит 318 человек. Это пассажиры и
водителей автобусов. Кроме этого, есть водители грузовых автомашин и спецтехники. Их количество у нас составляет 3323. Или в среднем в день рабочий их количество составляет 166 человек. В общем, получается 484 человека въезд из китайской стороны. Большое внимание приковано и к железнодорожным объектам. Как рассказал начальник станции Алтынколь, в целях профилактики ежедневно медики проверяют здоровье работников. Имеются памятки предосторожности. В Китае у нас работа круглосуточная, в сутки прибывает до 12 поездов. На эти поезда сопровождаются двумя машинистами китайскими, которые также, когда прибывают в парк Т, осматриваются с СЭСом и, соответственно, осматриваются обязательно. До этого, после того, как это прибывает, это после этого их разрешений соответствующих, они только прибывают на нашу станцию и производят работу. При этом работники китайских, машинисты, не выходят из локомотива. То есть, опять-таки, контакты с моими работниками абсолютно отсутствуют. Они сидят в тепловозе, и через 2 часа они обратно отправляются в Китай. В целях усиления мер профилактики на каждый таможенный пост направят дополнительное количество санврачей. Кроме того, за ситуацией на границе следят специалисты областного и республиканского уровней. Мы рекомендовали усилить, конечно, работу вот именно этих служб. Кроме этого, будут привлечены сотрудники санитарно-эпидемиологических служб на каждом посту. Тепловизоры мы будем рекомендовать, чтобы взяли ручные. Стационарные на всех постах есть. Ручных маловато, ну, это все приобретаемо, они могут взять. У нас все медицинские организации в приграничных районах готовы оказывать населению любую медицинскую помощь. Все санитарно-карантинные пункты оснащены тепловизорами для бесконтактной термометрии пассажиров и перевозчиков. Также специалисты, кроме бесконтактной термометрии, проводят визуальное наблюдение. Почему? Потому что не всегда подозреваемые либо больные бывают с повышением температуры. Бывают с симптомами, допустим, недомогания, психическими расстройствами, кишечными расстройствами. Они все при визуальном наблюдении выявляются. По Алматинской области инфекционных стационаров есть на 500 коек. Дополнительно развертывается 495 коек, дополнительно развертывается. Кроме того, есть у нас резервные обсервационные провизорные госпитали. Также изоляторы на 85 коек. То есть вся медицинская служба, санитарно-эпидемиологическая служба, приграничная служба готовы. Ряд необходимых мер принимается и на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос». На данный момент вход на объект обычным гражданам был закрыт до 2 февраля в связи с празднованием китайского Нового года. Однако из-за ситуации с коронавирусом сроки продлили. В среднем в сутки Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» посещает около 10 тысяч человек, порядка 7 тысяч с китайской стороны и 3 тысяч с казахстанской. На данный момент до 15 февраля МЦПС закрыт. Однако, если ситуация с коронавирусом усугубится, возможно, закрытие продлится. Ануар Амангельдинов, Аблай Кутхбай, телеканал ЖТСУ. К другим темам. Быть донором не только почетно, но и полезно. В областном центре крови Талдыкургана прошла акция «Донор бол Өмір сыйла». Подарить свою кровь пришло множество желающих. Это студенты из отряда поддержки полиции «Жалан», а также курсанты Талдыкурганской военно-технической школы. Подхватили проект и простые волонтеры. Центр производит в год около 7 тысяч литров крови. В донорстве ежегодно принимает участие около 11 тысяч добровольцев. В лечебных учреждениях области проводится до 25 тысяч переливаний крови в год. Благодаря такой работе спасаются жизни тысячам пострадавших. Мы являемся призывниками военно-технической школы. Об данной акции нас оповестил Центр обслуживания молодежи, так как сейчас идет год волонтерства. Мы на 40 человек, и мы всегда готовы прийти на помощь, дать кровь. В день принимает участие в донорстве от 60 до 65 доноров. Есть у нас постоянные доноры, постоянных доноров около 200 человек у нас. Всем донорам хочется выразить благодарность, что вот именно благодаря донорам у нас есть возможность проводить заготовку крови, обеспечить лечебные учреждения компонентами и препаратами крови. Продолжение выпуска, другие интересные события. Оставайтесь с нами. Знание – сила. Языковой центр распахнул свои двери в Панфиловском районе.
обязательно к прочтению. Акция «Одна страна, одна книга» пройдет в рамках празднования юбилейных дат философа Древнего Востока и казахского мыслителя. Бросок в кольцо. Стартовал рейтинговый чемпионат по баскетболу 3x3. Бесплатные знания. В Жаркенте открылся Центр языковой грамотности. Работники бюджетной сферы и госслужащие будут изучать государственный язык. В языковом центре, рассчитанном на 50 мест, в настоящее время проходит обучение порядка 25 человек. Примечательно, что 14 из них – представители других национальностей, желающих владеть навыками государственного языка. К слову, уроки проходят как по казахскому языку, так и по изучению алфавита латинской графики, к тому же на бесплатной основе. Наш центр посещает очень много желающих, большая часть из них – молодежь. Для них изучение латиницы дается легче, потому что некоторые буквы нового алфавита встречались им ранее. Во время учебного процесса иногда возникает путаница в использовании акута – острого ударения в словах. Поэтому по новой методике изучения латиницы мы уделяем большое внимание письменности и чтению. Благодаря практике ученики центра смогут лучше и быстрее усвоить программу. Свободное от работы время на учебных курсах проводит и самый молодой слушатель, работник местной библиотеки Сымбат Мырзагали. «Хочу в совершенстве овладеть новым алфавитом», признается девушка. По словам Сымбат, за неполных 2 месяца ее багаж знаний значительно пополнился основами владения алфавита. К тому же одним из достижений в его изучении она считает не только умение различать звонкие и глухие звуки, но и написание текстов. В скором времени латинский алфавит будет принят в нашей стране, поэтому я решила выучить его заранее, так как мне знание латиницы пригодится в моей работе, чтобы я могла полноценно дать ответ о содержании той или иной книги. Потому что уже сейчас многие читатели библиотеки спрашивают литературу, написанную на латинице. В настоящее время в Алматинской области функционирует 20 языковых центров. Квалифицированный кадровый состав лингвистов и наличие необходимого оборудования – залог полноценного предоставления знаний. А значит, уровень изучения казахского языка и латинской графики в стране повысится в разы. А вместе с тем и статус государственного языка. Гульмира Тимиргалиева, Мади Байбусынов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Повышение качества образования в общеобразовательных школах, колледжах и вузах за счет обновления образовательных программ. Об этом говорили на областном семинаре, организованном ЖТСУским государственным университетом имени Ильяса Жансугурова и научно-практическим центром управления образования Алматинской области. Специалисты представили более 100 инновационных образовательных программ директорам учебных учреждений. Нововведения касаются музыкального направления, начальной военной подготовки, физической культуры и спорта, дизайна, художественного труда, графики и проектирования. Проект поможет увеличить востребованность и конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда, говорят организаторы. Абсолютно новые программы, которые прошли в этом году в реестре СУВО, они отличаются своей новизной, они отличаются новыми предметами, которые мы предлагаем в качестве изучение таких дисциплин, как педагогика, формирование межэтнической толерантности. Здесь большой упор идет на гражданственность, на патриотизм. Мост между народом и государством. Статус Советов общественного согласия при Ассамблее народа Казахстана станет выше. Отныне данный орган будет работать совместно с общественными советами, действующими при акиматах. На базе областного дома дружбы прошел круглый стол с участием представителей АНК, Совета общественного согласия, партии Нур-Отан и Департамента юстиции. В ходе встречи состоялось обсуждение проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных советов. Участники круглого стола внесли свои предложения по усовершенствованию работы советов. Главный принцип остается прежним. Советы продолжат помогать решать вопросы граждан, а возможностей для этого будет больше. Закон о общественном совете состоит из 24 статей. Из 24 статей 14 предусматривается внесение изменений. В данном случае статьи 2.1, там дополняется полномочия, у него дается дополнительно. Без решения общественного совета любой нормативный правоакт, который затрагивает интересы граждан, физических и юридических лиц, регистрации не проходит в органах юстиции. Церемония открытия года волонтера состоялась в ЖТСУском государственном университете имени Ильяса Жансугурова. На форуме студенты делились предстоящими планами на этот год, рассказывали о значимости и роли волонтерской деятельности.
Цели простые – находить нуждающихся и помогать им. Отметим, на базе вуза действует 12 волонтерских клубов. В рядах официальных добродетелей – более 200 студентов. Работа по волонтерской деятельности ведется в течение уже последних 9 лет. Активная работа. Работа в основном по направлению социально уязвимых слоев населения, лиц с особыми образовательными потребностями. 12 клубов находятся в штабе волонтерства на базе молодежного центра Жицинского государственного университета. Работу ведем продуктивно. Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы. Частный вертолет разбился неподалеку от Лос-Анджелеса. На борту находились 5 человек. Все они погибли. В их числе его 13-летняя дочь. Причины трагедии пока неизвестны. Напомним, 41-летнего баскетболиста называли одним из самых успешных игроков NBA. Среди его трофеев 2 олимпийские медали и 5 побед в регулярном баскетбольном чемпионате. В течение 20 сезонов Коби Брайант выступал за команду Лос-Анджелес Лейкерс. О завершении карьеры Брайант объявил в 2016 году. Ситуация с эпидемией коронавируса тяжелая, и пик заболеваемости еще впереди. Такого заявления руководства китайского Минздрава. Подчеркивается, что ученые пока не так много знают о новом штамме и не исключают, что он может мутировать. Заболевших уже более 2000 по всей стране. Еще у стольких же подозрения на коронавирус. Число жертв достигло 80. В Ухане не хватает медикаментов и защитных средств. Хотя Китай – мировой лидер в производстве этих товаров. На время праздников промышленность практически остановилась. Свои запасы в город привозят команды врачей со всей страны. Небольшая деревня Синь-Петри на севере Венгрии, где живет всего 300 человек, получила мировую известность благодаря гигантской книге, которую создал местный мастер Бела Варга. Она весит почти 1,5 тонны. Чтобы перевернуть одну из 346 страниц, требуется специальная машина и помощь 6 человек. Это одна из самых больших книг в мире. Сделать ее больше было невозможно, говорит Варга. Но я бы лучше отрезал себе палец, чем сделал бы ее меньше на 5 сантиметров, говорит он. К другим темам. Республиканская акция «Одна страна, одна книга» продолжается. В этом году она посвящена 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая. В течение года поклонники творчества этих двух известных личностей будут узнавать и о тех, кто смог создать впечатляющий образ Аль-Фараби и Абая. В беседе за круглым столом, которая прошла в Алматинской областной библиотеке имени Сакена Сейфуллина, талдыкурганцы поговорили о творчестве писателей, которые смогли глубже изучить жизнь и творчество двух великих мыслителей. Первым в этом списке был известный писатель Ануар Алимжанов. Его исторический роман «Возвращение учителя» знакомит нас с философом Древнего Востока Абу Наср Аль-Фараби, с его многосторонней научной деятельностью и влиянием его идей на последующее развитие науки. Участники встречи говорили и о неоценимом вкладе Мухтара Ауэзова. Аль-Фараби болсын, Абай болсын, біздің түрк әлемінің мақтаныштары. Аль-Фараби и Абай – это гордость тюркского мира. Они личности мирового уровня. Но Ануар Алимжанов и Мухтар Ауэзов смогли сблизить нас с этими великими мыслителями. Все могут прочесть эти произведения, но не каждый сможет принять их сердцем, воспользоваться сказанным и применить их для дальнейшего всестороннего развития. Поэтому мы без устали должны пропагандировать все то ценное, которое есть у нашего народа. В Алматинской области стартовал рейтинговый чемпионат по баскетболу 3x3. Первый этап прошел в Талдыкургане. В нем приняли участие команды практически из всех районов Семеречья. Чемпионат по баскетболу 3x3 проходит в Алматинской области 3-й год подряд. Во всей республике соревнованию нет аналогов. Состязание не только выявляет сильнейшую команду, но и помогает найти хороших баскетболистов, которые могут пополнить сборную ЖТСУ. Некоторые области именно принимают наш этот уже опыт с этим чемпионатом, потому что чемпионаты проводятся у нас именно их в год 16, это все возраста. Ну, в принципе, каждый месяц какой-то возраст обязательно играет. Женщины баскетбол 3x3 и мужчины 3x3, и также ветераны. Мы зацепляем все возраста, потому что когда нужно будет уже выставляться именно Казахстан по взрослым, по ветеранам, именно мы берем парней, которые на этом чемпионате.
Первый этап области только стартовал. На площадке царит жесткая конкуренция. Главное не терять уверенности в себе и стремиться только к высшим результатам, признаются участники. Порой забитый мяч на последних секундах матча может стать решающим. Участвуем не первый раз. Были на осенний, весенний, летнем чемпионате. Вот приехали на зимний чемпионат. Думаем сыграть хорошо, посоперничать, играми вырасти. По итогам первого этапа на первой строчке в рейтинге команда Карасайского района. Второе место занимает Талдыкурганская сборная. Тройку лидеров замкнули спортсмены Ескелдинского района. Это еще не окончательные результаты. В конце года победитель выявится по сумме набранных очков во всех играх. Алексей Цой, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.